В Магадане подвели итоги голосования всероссийской акции «Великие имена России». Полтора месяца магаданцы и жители всей страны выбирали имя Колымскому аэропорту. Всего через социальные сети с помощью анкеты и звонков на горячую линию в России голосовали 5,5 миллионов человек. В Магадане в акции приняли участие 32 тысячи. На первом месте поэт-артист Владимир Высоцкий. За него проголосовали 17,5 тысяч колымчан. Это 54%. На втором геолог Юрий Белинский. Либин 20%, на третьем конструктор Сергей Королев 14%, на четвертом первый директор Треста Дальстрой Эдуард Берзин с результатом 11%. По указу президента присвоение имен не меняет ничего в географических названиях, то есть как был там, скажем, поселок Сокол, так он остался поселок Сокол, как был аэропорт Магадан Сокол, Сокол международное название. Так он и остается. Из этого указа следует, что вслед вот за этим конкурсом должно быть представление Общественной палаты Российской Федерации по тем аэропортам, которым выбрано имя. И затем это будет на рассмотрении у президента. По словам секретаря Общественной палаты Российской Федерации Валерия Фадеева, итоговые результаты дополнительно вынесут на общественное обсуждение. О его проведении станет известно на следующей неделе, после завершения голосования в оставшихся шести городах.